Ритуалы на день рождения на счастье. Второй вариант – на заветное желание на зимние ягоды. Кодина. Найдите ягоды, что растут зимой, рябину, облепиха и так далее, и положите их на алтарь или на снег, сказать. Один верховный бог севера, тебе дар на мой день рождения принес, тебя я угощаю чудом этим. Тебе возношу хвалы, и я прошу тебя на чудо это, исполни мое заветное желание, тебя просил и заклинал. И говорим вслух, свое желание исполнит. Ягод у меня немного, это малина, но дело в том, что это конец ноября, и малина росла, выпал снег, и она так и стоит. Малина в снегу. Вот мы ее сорвали. Просто чудо. Любые варианты с чудом, я уже говорила, они это чудо переносят в нашу жизнь напрямую. И плюс малина, она кровавого цвета, что они очень любят. У меня часть у нас просто потекла по снегу. Получились кровавые полосы, но не засняли. Вот эту засняли, и очень-очень красиво. Действительно алая, как кровь. Это символ крови, которую мы приносим. Все боги, кровавые жертвы любят, любили и будут принимать. И загадываем свое желание, говорим вслух четко.